Ну тут все серьезно, да? Смотри. Капитан у руля. Бай. Все. Иди воды попей. Не хочу воды, мама. Не хочу, открыть шампанское. Саша! Да. Мама, хорошо, ходи, пиши. О, да, ты у нас умеешь, да. Лен, у тебя было такие, тоже было, да, один факт? Смотря сколько ехать.
Так, все, давай, понеслась. Слушай, я даже... Я тебе говорю, они у тебя ровно жопой втыкаются. Я знаю, я так переверни, да, 180 сделай. Ручку не будет? Нет. Самое главное, не запиздящего его кусты. Это будет засад. А тяжело это? Как нужно держать? Как держать нужно? Если за ручку держать, то... Да, я полчаса в очереди стоял. Отсюда ты берешь за эту залезли и вот флажка, и фигачишь. Я вижу, почти. Дай-ка попробовать. Я ценю за большой брат. Сейчас, подожди. Ладно, там два раза кину. Я его кидал, и у меня всегда получалось. Отрубил левое яйцо. О! Вот отсюда, если за лезвие держишь, чтобы он только полоборота сделал. Вот такой модный, еще ты делаешь, что ли? Ну потом вот здесь максимум уже ровно два раза. Да. Не закручивай его, не закручивай. Ты сильно не крути. Кидай вот так. Отпускай. Рукой просто. Нет, вот. Ты сильно крутишь. А, сильно. Не закручивай вообще его. Просто прямой рукой кидай. Вот так, просто вот так же. Вот так. Не слушай. Вот это не делай. Кидай душой. Отпускай, когда рука прямая будет. Ты закручиваешь вот так вот. Наоборот, ты просто кинь прямо, как будто бы. И сильно, прямо и сильно. Не умеет объяснять. Бля, мне в лесу оставь, я правда с голоду сдохну. Я знаю, у тебя за ручку получается, а вот за острие держать нет. Ого! Нормально. Все, с тобой в лес можно идти, да? Да, с тобой и пропадет. Ай. Хрена не умеет, блядь. Ты это, ты как ножишь, не так не бросай. Ты выпрямляй, да, вот. Кидай из-за головы. Вот, показал. Ну шире рукой, вот так. А видишь, там получается, что переворот. Смотри, медленно. Переворот только один. Размахивается. Самое главное, так? Да, почему нет? Там снимай сзади. Я можно... Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Власть снимай. А что, у нас делегация, там машина. Реально. Ну что, ребята, готовы плавать или не готовы плавать? Конечно. Готовы, да. Куда еще в такую погоду, блин? Прям сразу в камыши туда. В камыши. А разбуйся, Мась, подожди, давай снимем. Рэк появится. О, все. Мокрая кепка. Ничего, что мокрая кепка? Ничего. Во-во! Как дела? Почему ты снимаешь? Чтоб когда ты выросла, ты это посмотрела. Что? Что? Что ты сказал? Боже мой! Давай, привет, Алекса, привет, подписчик. Привет! А ты чё молчишь, Саня? Здорово, подписоны. Подписота. Пойдем. Никаких пойдем. Огонь разлём. Алекса. Ты что за дети? Нет, тут вообще-то должны были огни быть. А мы родные цветы положили. Так, один Алексей. Тут надо было цветы положить вот тут рядышком возле камня. А тут огонь разлём. Ну, можно...
Тут цветы, тут цветы, тут цветы, или наоборот. Тут цветы, тут огонь, тут огонь. Тут даже и патрон лежит. Папа! Леша, а где все? Саша, это мне. А здесь у нас играют в пейнтбол. Да, да. Они меня часто путают с юристами, а юристы мне часто задают технические вопросы. Куда нам еще идти? А мы просто гуляем. Мы никуда не идем. Часто. Нет, впереди что-то будет, дядя Леша. А смотри, здесь пейнтбол. Здесь можно стреляться. А, вот, кстати, здесь играют в войнушку взрослые дяди с такими пистолетами, которые стреляют не настоящими пулями, а краской. Если я попала краска, значит, что лучше бы тебя попали. Иду! Мама, держи! А ты без ружья! Леша, как ты вот? Я на плечах! Так, все тихо, я разговариваю. То есть они работают, как она отбегала тату, как бы, ну, не знаю, ты им брата, да? Как бы тебе надо писать программу, тебе надо все это сейчас. То есть у нас мотор лучше. А бэкэнды там, как все там, ну, типа, работает на серверах, это все как бы абсолютно, ну, не знаю, наверное, маленький маленький. Да, там уже вода вся выкипела. Туалета побольше, не один. Тебя сфотографировали? Они уже это видео? Видео, давай уже вместе. Вечик, happy birthday. Это все, да, для тебя. Да, это все для сестры сегодня. Не просто так. Все для туда? Сестры. Вон, ходит гавайская тема. Второй год подряд. 35 лет не отпускаем. Уже пошел, она все не раздевается. Но, Катя, 35 не отпускаем. Это был у нее волшебный год. Че? Ням-ням-ням, Лена, ты у плиты? Ну что, ребята, кто наливает? Ням-ням-ням, это я уже отрезвел. Аня, ты наливаешь или мы наливаем тебе? Аня уже наливается. А? Какая у тебя шляпа хорошая? Ты все пропустил. У тебя хорошая шляпа, ты знаешь? Ты похожа на эти, которые, знаешь, в 18 веке, которые такие, знаешь, такие дамы такие воспитанные. Ой, которые, это знаешь, реально ням-ням другое чёрное. Да-да-да, интеллигентные такие. Ничего не знаешь, что ли? Опачки. Ты чё? Что это? Твои дети. Твои дети на это будут смотреть через 10 лет. Перестань. Ваш папа хороший. Нашел что сказать. Ваш папа. Нормально, нормально. Так, ребята, у нас здесь есть тренировочный лагерь. Вот так монголы учились воевать против Китая там 500 тысяч лет назад. Вован. Монгол. Да, монгол. Вован начинает. Ну-ка. Раз, два. Опачки. Нифига себе, вы видели вот это удар. Слушай, я бы с тобой не хотел в переходе встретиться. Ого-го, как тебе. Макс, ты тоже хочешь? Так, киселек, давай, родной, давай, давай. Давай, мы ждем, давай. Слушай, у тебя очки такие темные на камеру, пипец, блин. Я тебе говорю, у меня... Из-за того, компьютер так дрожать будет, когда буду делать монтаж. Вот это, понимаю, попал? Криво, но попал. Так, раз, два, пошел. Вот, никто никого не обманывает. Аккуратно. Блин, как это достать? Как это достать? О, подожди, подожди, Вова, молодец, Вова, молодец. Что, подожди. Как-то достать? Как достать? Что-то не вылазит, не бегай с ножом, не бегай, не бегай. Все, пошло.
Сейчас вам покажу, как нужно работать, пацаны. Если бы меня, вы сегодня шашлык бы не ели. Реклама. Так. Есть? Что ты мне пиво показываешь? Ты меня покажи. $1000 заплатили Сергею за рекламу. Вот так и так? Да как сможешь. Главное, попади. Опачки. Не важно, как попал. В муравья. Было. Кстати, да. Опасно. Давай, 3-2. Давай. Знаешь что, я направляю, короче, на это. Давайте. У меня, короче, прям на... Не бросай, как бы, смотри, как бы. На морде снеги оставил больше. Давай. Уволен. Не, четко эту веточку срезал от елки. Куда-то попал. Левее, левее, теплее, теплее! Бежит. Можно пару раз брошу и потом с того пойду жарить. А что, ножей нету? Ай-яй-яй, шепчу тебе, родная, ай-яй-яй, а имени не знаю, ай-яй-яй, откуда ж ты такая, ай-яй-яй, девчонка озорная. А завтра что мы делали? Как так вообще? Кто-то снимал? Это будет крутой видос. Будет, будет. Я потом в группу пошлю. Одну минуту, ай-яй. Да, у него миллион подписчиков. Не на шутку. Ай-яй-яй, шепчу тебе, родная, ай-яй-яй, а имени не знаю, ай-яй-яй, откуда ж ты такая, ай-яй-яй. Все, передышка. Все. Все, понесли. Все. Будем тебя фоловить. Все, понеслась. Понеслась. Это стакан. Вот это вот стакан. Вот это блогеры так живут. А, видишь, вырезают ненужный момент. Да, двойное трубо. Все вырезает. Ну возьми немножко. Ну возьми. Возьми жмень. Она лучше всего идет, братан. Поделюсь с девочками. Николя, девочкам это, наверное, не надо. Да? Нет, другая. Алексей. Каково твое мнение про сегодняшний вечер? Да? Да. Как мужик такой, знаешь. Надо идти Сашу искать. А Саша, походу, прилег, да, где-то? Нет, я буду спать, походу, сейчас пойдем поищем. Три, все, работай, давай. Сейчас приедет пустой такой вагончик. Все, работай. Ой, не видно. Лена, с днем рождения! Ох, затанцуем сегодня, чувствую. Ох, затанцуем, ребята. Прикинь, дети наши вот такие, как мы сейчас, вот на этом же дырочке едут, а мы здесь с ними танцуем. Ну что? Ладно, пойду. Мы на полку приедем, приехали.
Спасибо. Раз, два, три. Качай, 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 давай. О, аккуратно только. Привет, Катюха, папа. Привет. Все просто замечательно. Оптимист, ребята. Я спросил человека, опиши ситуацию в трех словах. Все просто замечательно. Ну, все очень индивидуально в этом мире. Но оптимист зашкаливает. Красавчик, красавчик, красавчик.